Меня зовут Дина Яковлевна, и сегодня, как обычно, я расскажу вам все, что необходимо знать каждой современной бабушке в интернет-сети. Все еще ходите каждое утро к почтовому ящику, чтобы потом полистать газеты, и ждете каждый выпуск новостей, чтобы быть в курсе событий. Все правильно. Это приятный, годами сложившийся ритуал. Но если уж очень хочется узнать, что, где и как происходит, в любой момент заходите на новостной сайт и читайте или даже смотрите о том, что происходит в нашей стране и в мире. Как это сделать? Очень просто. Открываем ваш любимый браузер. Его мы уже с вами выбрали и умеем открывать. В адресной строке набираем «Белта.бай». Это официальный белорусский информационный ресурс. Здесь вы можете узнать всю самую свежую и достоверную информацию. Посмотрите, как удобно. И погода, и курсы валют, и гороскоп, а вот и телегид. На главной странице главные новости. А дальше вы можете выбирать любую вкладку по вашим интересам, от политики до культуры. Практически все новости дополнены фотографиями. Конечно, Белта не единственный новостной ресурс. Даже в нашей стране их еще немало. Есть также ресурсы российские, международные, мировые. Все это можно найти через поисковик. Просто введите новостные сайты и получите целый список хороших вам новостей. Будьте здоровы и до встречи в онлайне. С вами была Дина Яковлевна, бабушка в сети.